На одном из этажей общежития произошло возгорание. Звонок в диспетчерскую поступил около 9 часов вечера. Предполагается, что причиной стала незатушенная сигарета. В итоге деревянный пол начал тлеть. На этаже была сильная задымленность. Из здания эвакуировали более 200 человек. Площадь возгорания – 1 квадратный метр. В тушении принимало участие 7 машин и 29 человек личного состава. Около 11 часов вечера возгорание удалось ликвидировать. Сейчас ведется расследование.